На большой высоте под кронами деревьев монтажники устанавливают новое освещение на Парковой улице. Инициатива заменить фонари принадлежит жителям города. Помогли продвинуть эту инициативу лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Надежда Смирнова, Артур Каримов, Юлия Мамай, Татьяна Недосвети и Евгений Иноземцев. На сайте голосования «Хижи онлайн» проект набрал большое количество голосов, и теперь рабочие приступили к его реализации. Проследить за ходом работ пришли лидеры движения Юлия Мамай и Надежда Смирнова. Здесь очень оживленное место. Здесь находится рядом 10-й лицей, детская поликлиника, жилые дома, детские площадки. Поэтому современное освещение здесь очень актуально. Полностью заменить фонари рабочие обещают за 2 дня. Еще один день уйдет на наладку системы автоматического включения. Было принято решение на существующих опорах демонтировать светильники, которые сейчас были установлены, и установить новые мощностью 250 ватт. Но это светодиодные, которые уже будут таким хорошим светом светить. Новое освещение будет значительно отличаться от старого. Светодиодные фонари потребляют во много раз меньше энергии и при этом светят ярче. А срок службы в 10 раз дольше, чем у обычных ламп накаливания.